Мужчина, разгуливающий по ночному Саратову, не случайный прохожий. В сентябре, после появления его на улицах города, в полицию стали поступать заявления от водителей о кражах видеорегистраторов. Один и тот же способ хищения путем разбития правого переднего стекла не оставлял сомнений. В городе объявился серийный вор. По подозрению в совершении данных преступлений сотрудникам оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Саратову задержан 21-летний житель города Екатеринбург. В настоящее время устанавливается причастность данного гражданина к совершению аналогичных преступлений. География совершения преступления обширна. Потерпевшими по делу проходят жители Волжского, Заводского, Кировского и других районов Саратова. В наш город молодой человек приехал погостить и поселился у родственников. Сестра уехала отдыхать на море, он остался. Поработал, не понравилось. Вот. Получилось так, что посидев несколько дней дома, начал неправильно себя вести. На что я попросил возвращаться домой. Он не захотел, снял квартиру. Квартиру подозреваемый арендовал в Заводском районе. Там же познакомился с водителем такси, которому предложил работать в ночную смену. От случайного заработка мужчина не отказался, но после нескольких поездок понял, что они носят криминальный характер. Я даже не знал, куда он уходил. Он уходил там на час, на полтора. И ему я тоже сказал, 3000, и я буду сидеть. А когда он первый раз вернулся с регистратором, второй раз, третий раз, вас ничего не смутило? Он говорит, вот там взял, говорит, надо, где надо, там и взял. Примерная сумма ущерба, причиненная жителям города, составляет более 100 тысяч рублей. По каждому факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта. Уважаемые автовладельцы, не храните в машине ценные вещи и документы. Старайтесь парковать транспортные средства на охраняемых стоянках. Всегда закрывайте автомобиль, даже если оставляете его на несколько минут. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.